Приобщиться к истории, к духовной стороне жизни, обсудить вопросы формирования и развития культуры в округе. С этой целью в Химкинской картинной галерее имени Горшина прошла выставка «Россия православная», которую посетили художники, представители органов власти, религиозные деятели и все неравнодушные жители Химок. Отбор на эту выставку был очень серьезный, потому что первая площадка, где эта выставка проходила, это был Совет Федерации. Мы старались представить как можно более широко эту тему, не только именно там церкви, храмы, какие-то религиозные деятели, но и брать также более широко эту тему, раскрывать в историческом плане, в плане философском. Главная идея выставки – сила православия, объединяющая людей разных народностей, культур и социального статуса через изобразительное искусство. Работы художников показывают многообразие стилей и направлений. Их общая тема – верность православным ценностям, традициям русской духовности. Священник Дмитрий Оселедец отметил, что эта выставка призвана сплотить наше общество. Я был поражен, во-первых, работами наших химкинских художников. Это действительно потрясающие работы. Вот. Тем, что очень глубоко затронуто именно духовное начало в этих картинах. То есть тема веры раскрыта, тема присутствия храма в повседневной жизни человека. Это, конечно, очень замечательно и радует. Всего на выставке «Россия православная» были представлены живописные и графические работы 40 художников Московской области. Александр Сергеев, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.